Всем привет, мои хорошие! Ну и, наконец, наступило время долгожданного конкурса. Я вам обещала конкурс провести сразу после новогодних праздников. Если кто-то не в курсе, по какому поводу конкурс, я хочу напомнить, что в декабре уже исполнилось 2 года моему каналу, каналу «Мама Чоли». И как раз перед Новым годом цифра подписчиков у меня уже округлилась до 15 тысяч подписчиков. Ну и вот в честь этого я решила провести конкурс. Как раз я успела подготовиться за эти дни. Пришел заказик от Faberlic. Все подарочки, все это будет у вас уходовые от Faberlic. Ну, давайте я вам сейчас кратенько покажу, что там будет на подарочках. Вообще, предыдущее видео я сняла обзор Faberlic, и там все вы увидели. Но если кто-то не смотрел, я сейчас кратенько, быстренько покажу, что будет у нас на подарочках. Во-первых, будет 3 туалетные воды. Вот так вот я говорю, да? Вот такие вот 3 разные. Подробности я уже показала, какие они там. Уже не буду я повторяться. Но вот в каждый подарочек попадет кому-то как-то случайным образом какая-то из этих вот прекрасных запахов, ароматов. Это вот парфюмированная туалетная вода. Дальше я заказала 3 вот такие вот ампульных концентрата, которыми я всегда пользуюсь. Они 3 разные, тоже кому какая достанется, не знаю. Но вот это уход для волос. 3 туши заказала. Тушь черная. Черная, они все вот 3 одинаковые. Тоже вот такие вот фреш. Фреш написано. Ну, подробности посмотрите, если кому интересно, посмотрите предыдущее видео обзор Faberlic. Также заказала я вам, девочки, вот мою любимую, это вот бальзам для губ. Он такой вот прозрачный и придает объем и увлажняет губы, очень приятно на губах и довольно-таки долго держится. Вот такой вот я вам тоже 3 штучки заказала. Дальше вот такие вот 3 тканевые масочки я заказала разные. Выравнивающая тон маска, восстанавливающая маска для лица с алоэ и увлажняющая маска с гиалуроном. Вот такие вот тоже 3 масочки заказала. А еще заказала вот такие вот масочки, ну, для себя, для своих близких подарочки. И вот также положу вам 3 вот такие масочки. Это для возрастной кожи, это не тканевая маска, это просто наносить на лицо. Но это, если кому по возрасту не подходит, вы можете подарить мамам, бабушкам своим. В общем, у всех есть какие-то взрослые родственники, любимые женщины. Ну и еще вот такие вот 3 крема для ног, увлажняющие. Себе такой же заказала, я думаю, он замечательный, еще не пробовала. Но я почитала, и мне понравилось, что тут написано. В общем, я думаю, вам тоже это понравится. Это овечка Love. Это вот такая серия. Есть разных уходовых кремов. Еще 3 крема для рук. Это вот питательный крем, увлажняющий. Роза. Роза фиалка. Вот такие вот тоже 3 крема. Все это, девочки, я запакую вот в такие 3 пакетика от Faberlic. Подарочки я вам все показала. Надеюсь, что они вам понравятся. Во всяком случае, я их выбирала от всей души. Ну, а теперь давайте перейдем к условиям конкурса. Для участия в конкурсе нужно, во-первых, подписаться на мой канал и поставить лайк. Второе, нужно сделать репост на это видео и выложить в одной из ваших соцсетей, Facebook, ВКонтакте или Одноклассниках. Когда вы это все сделаете, то тогда в комментариях напишите слово «участвую» и ссылочку на ваш репостик для того, чтобы я могла увидеть, все ли выполнены условия участия в конкурсе. Победители будут разыгрываться рандомно, случайным образом. Условия конкурса я еще раз продублирую в описании и там же напишу дату розыгрыша. В розыгрыше участвует вся Россия. Результаты конкурса мы узнаем через неделю. В Инстаграме или во вкладке сообщества на YouTube.
Итак, три подарка, три победителя. Желаю вам удачи, желаю победить, получить подарочек от мамы Чоли. Обязательно участвуйте в конкурсе. Ну и все, вроде бы я вам все сказала. Если что-то забыла сказать, напишу я тогда внизу в описании. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Будем ждать результатов конкурса. Желаю всем удачи, желаю всем победить. На этом все. Пока-пока.